Индустриальный район. Двухэтажный многоквартирный дом по Бабушкино 3. Вот уже неделю вблизи здания из-под земли бьет настоящий ключ и разливается бурным ручьем. То, что это неприродное явление, местные жители поняли по запаху. Неизвестно, откуда взявшийся зловонный ручеек не только стал подмывать фундамент этого дома и заполнять своими водами подвальное помещение, но и оккупировал место игр для детей. Вот смотрите, здесь же расположена небольшая шведская стеночка. Мало того, запах, который источает этот водоем, доносится и до соседних зданий. Вот смотрите, прямо через дорогу здесь находится детский сад. Житель дома по Бабушкино 3 Лариса Спирякова говорит, что о проблеме заявили сразу же. Первым делом обратились в управляющую компанию. Там начался процесс выяснения, кому принадлежит аварийная сеть канализации. Они передали в Новогор, Новогор передали в водоканал, то есть и перекидывают нас. Потом сказали, что на контроль администрации индустриального района все передали. Администрацию индустриального района ищет тоже, то есть ответственного, что бесхозная колодец, не существует на схеме, отвечает отдел благоустройства. Отдел благоустройства перенаправил в ЖКХ индустриального района. Мы отправили запрос в администрацию индустриального района, получили письменный ответ, из которого следует, что ответственную организацию наконец-то нашли. Сеть канализации по адресу улица Бабушкина 3 находится в зоне ответственности ООО «Проспект». 6 февраля информация об аварийной ситуации передана в данную организацию администрации индустриального района. Вопрос остается на контроле до выполнения работ по приведению сети канализации в исправное состояние. В случае бездействия ООО «Проспект» администрация района будет вынуждена обратиться в районную прокуратуру. Впрочем, жители дома не стали дожидаться окончания процесса выяснения, в чью зону ответственности входит этот зловонный ручей, и обратились в надзорный орган сами. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.